Здравствуйте, меня зовут Юля, я из Беларуси, Минск. Мне 37 лет, и всю свою жизнь я рисую. Я художник по призванию, образования у меня нет. Были мысли получить, но я решила, что то, что я делаю от сердца, ломать системы не хочу. Картины начала писать активно в августе 2020 года. В Беларуси тогда было очень страшное время. Внутри меня был огонь, который хотел вырваться. И однажды ночью я написала 3 картины. 3 за одну ночь. Как ни крути, это взрыв и выплеск моих эмоций. Когда я ее закончила, просто сидела и смотрела в нее, не отрываясь, не дыша. Даже не знаю, сколько времени все это происходило. Позже картину купили в другую страну. Мои чувства были оценены и поняты. Когда творение доехало, я получила будоражащий отзыв для себя. Юля, спасибо большое. Я не могу пока описать свои чувства, просто сижу и смотрю, и не хочется отрываться. Это то, что тебя цепляет и остается с тобой навсегда. Мурашки по коже.